Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовлю очень вкусное песочное печенье. Получается оно рассыпчатое, в меру сладкое, готовится буквально за 10 минут, очень быстро. Также я вам покажу оригинальный способ оформления печенья из подручных средств. Если я вас заинтересовала, то оставайтесь со мной, давайте же скорее готовить. В емкость выбиваю одно яйцо. К яйцу добавляю 100 грамм сахара и экстракт ванили. Хорошо перемешиваю венчиком. Вместо экстракта ванили можно добавить ванильный сахар или цедру лимона. Добавляю 100 грамм растительного масла без запаха и продолжаю перемешивать. Затем начинаю просеивать 1/2 часть муки. И просеиваю разрыхлитель. Полное количество продуктов, ингредиентов я вам оставила в описании под видео. Все хорошо перемешиваю ложкой. Довожу тесто до однородности и начинаю просеивать 2-ю часть муки. И начинаю замешивать тесто руками. Получается такое тесто очень эластичное, замешивается очень легко. Легко отстает от рук, посмотрите. Очень-очень мягкое, с таким тестом очень легко работать. Затем визуально делю тесто на 2 части. Из каждой части буду формировать колбаску. Делаю это для удобства. Затем колбаску буду разделять на равное количество частей. То же самое проделываю со 2-й частью теста. Из каждого кусочка теста буду формировать вот такой шарик и немного его приплющиваю руками. Выкладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой. И проделываю это с каждым кусочком теста. Посмотрите, все делается очень-очень легко и просто. И самое главное, что все делается очень быстро. Смотрите еще больше рецептов на моем канале, все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Недавно я готовила печенье на кефире, отличный рецепт, рекомендую вам посмотреть это видео. И теперь, как обещала, вот таким способом я буду формировать печенье обычным венчиком от миксера, от ручного миксера. Нажимаю сначала один раз, потом немного переворачиваю и нажимаю еще раз. Получается вот такая снежинка. И при выпечке смотрится очень красиво. При желании при помощи кондитерского мешка в серединку печенья можно капнуть капельку варенья или шоколада, или джема. И выпекать вместе с шоколадом, джемом. Так тоже будет и красиво, и очень вкусно. Я делаю просто, без всего. Просто у меня песочное печенье, вот такое красивое, посмотрите. Духовка у меня уже разогрелась до 180 градусов. Ставлю выпекаться печенье ориентировочно на 20-25 минут. Выпекаем до сухой зубочистки и до золотистой корочки. Посмотрите, какое красивое печенье получилось. И пахнет очень-очень вкусно. Я решила положить в несколько печенюшек немного абрикосового джема. Данного количества продуктов у меня получилось 15 штук печеней. Каждое печенье по 30 грамм. Если сделать кусочки теста немного меньшего размера, по 20 грамм, то получится как раз на 20 штук. Сейчас я вам печенье разломаю и покажу, какое оно получилось внутри. Как я уже и говорила, получается оно очень рассыпчатое, с приятным вкусом. И неприторная, очень-очень вкусная. Если рецепты видео вам понравились, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые оригинальные рецепты. Я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!